Доброго всем здоровья. У нас опять тяжелый ролик, но в том смысле тяжелый, друзья, что весна — это не просто таяние снега и проблемы. Это в первую очередь, ребята, клещи, которые полезли отовсюду и просто бешеным напором. Мы не успеваем. Малыш вчера еще играл веселый, а сегодня просто лег, из него кровь хлынула и весь пожелтел. А ведь мы с него сняли всех клещей и все обработали. С ним вместе еще двое, его братик с сестричкой. Но, к сожалению, малыша спасти не удалось. Это пироплазмоз, это укусы клещей, и это чудовищно страшно. Погиб маленький, а перед вами два огромных взрослых зверя. Причем с разных концов России. Ротвейлер жутко избитый. Девочка, приблизительно 2 года. Вся в гематомах. Но самое страшное то, что пироплазмоз — последняя стадия. Ей пришлось срочно делать переливание крови. И точно так же из зарослей, из кустарника вытащили вторую малышку. У нее выбит глаз, и она также избита. Два зверя, что пострадали именно от рук человека, а клещи просто добили. У обоих тяжелая стадия пироплазмоза, оба с переливанием крови. Их перелили вчера. Сегодня они еще в тяжелом состоянии, но мы надеемся, что сможем спасти. Ребята, этот ролик о бездушии, о страхе, об отчаянии. Мои хорошие, ну что происходит, а? Ребята, у нас не хватает сил спасти. Просто не хватает сил. Я не знаю, что делать. За 2 дня 14 новорожденных малышей брошены в коробках, брошенные просто на обочине. Скажите,
Каким мне людям надо быть, чтобы забрать у матери детей, которым 2-3 дня, и просто выкинуть их на обочину? Ребята, ну хочется кричать от отчаяния и страха, от боли. И простите, что я вот так вам это говорю и показываю, ну потому что, ребята, вот они передо мной. И что мне сделать? Одна я не справлюсь. Смотреть, как они будут умирать, я не могу, у меня сердце рвется. Простите за вот эти тяжелые ролики, ребята, пожалуйста, простите. Ну, у меня выхода нет. Мои хорошие, кроме вас у меня никого нет. Ну, что мне делать?